Милые наши красавицы, вы замечали, что чем больше в вашем гардеробе верхних деталей одежды, я говорю про блузы, топы, туники, тем ваш гардероб разнообразнее. Вот точно так же считает и Ирина Кулакова, дизайнер известной российского бренда Лавира. Встречайте тунику Японка. Ой, Японку я тоже помню. В прошлом году она так бомбила наши эфиры, действительно была самой востребованной. Я всегда смотрела на нее, думаю, так почему Японка так нравится нашим телезрителям? А когда надела ее, я почувствовала поняла. Комфорт. Очень приятная ткань, очень комфортная. Ну что ж, Олечка, давай познакомим еще и с яркими расцветками. Да. Их у нас 4. 4 ярких цвета открывают презентацию «Коралловый цвет», фаворит 2016 года. И я не устану повторять, что в год огненной обезьяны наши женщины не боятся, а наоборот, подчеркивают яркость своего гардероба. Не бойтесь быть яркими. Если вы верите в приметы, непременно в год обезьяны выбирайте коралловый. Но не забывайте про то, что на улице весна. Совсем скоро травка будет зеленеть. Зеленый цвет. Правильно? Зеленый цвет напоминает цвет морской волны. Такой редкий, такой красивый. Я бы даже сказала, я бы сравнила его с изумрудом. Так, цвет. Сейчас весна, а потом лето, море, речка, друзья. Голубой небесный цвет также приветствует вас сегодня. Ну и мы приглашаем вас на подиум. Там ждет вас наша модель Марина. Сегодня наша Марина выбирает готовый ансамбль. Итак, туника и понка сочетаются с капри. При Элания. Дорогие друзья, вы посмотрите, как сегодня современно, но при этом ярко выглядят наши женщины. Казалось бы, базовый черный цвет туники японка. Но мы подбираем для себя стильные яркие капри. И женщина становится яркой. Черный цвет всегда выгодно вас стройнит. Итак, стоимость готового образа. 3398 рублей. Меньше 3500 рублей за готовое решение, которое вы будете носить с удовольствием. Почему я говорю с удовольствием? Потому что давай еще раз вернемся к ткани. Она такая легкая, такая приятная. Рассказывай, что это за ткань? С удовольствием, Олечка. Я прежде всего, чем начать рассказ о ткани, сразу хочу сказать. Бренд Лавира запомнился вам прежде всего еще и аксессуарами и тканями. Вы знаете, что все они к нам приходят из-за границы. Бренд Лавира сотрудничает с иностранными компаниями. Посмотрите на эти пуговицы. Я хочу сказать, что это этнический стиль. Они напоминают нам натуральное дерево. Посмотрите на эту обработку. А ведь пуговицы здесь используются как декоративное оформление. Сама по себе ткань очень приятна. Это трикотажное вискозное полотно. И я хочу сказать, что Лавира использует современные технологии и ткани. Сейчас речь пойдет о наличии эластана. Благодаря эластану туника будет долго носиться. Это практичная вещь. И еще за ней легко ухаживать. И самое главное, она будет струиться по вашему телу, несмотря на то, что она имеет свободный силуэт. Позвольте, я вам сейчас покажу все цвета. У нас есть еще четвертый, черный классический, который не нуждается в представлении. 4 цвета на выбор. Размерный ряд от 50 до 64. Колл-центр абсолютно занят сегодня. Вы наконец-то дождались. Час бренда Лавира. Дозванивайтесь. Ну что ж, Олечка, еще раз мы посмотрим, как Настя наша сочетает тунику японка и стильные капри. Вы посмотрите, вот за что мы любим бренд Лавира. Идеально подобранные по цвету, по колористике туника и брючки. Ну, казалось бы, яркий цвет, но ведь так сложно к такому голубому цвету подобрать брюки. Поэтому мы выбираем сегодня готовыми ансамблями. Мой вам совет. Выбирайте не только тунику японка, но и стильные брюки капри. Я еще раз напомню, готовый образ стоит меньше 3500 рублей. Звоните в колл-центр. Ведь сегодня вы имеете возможность заказывать сразу готовыми образами. Причем все идеально друг под друга подходит, потому что это единая линейка фирмы Лавира. Сегодня и только сегодня. Бренд Лавира. Эксклюзивный пошив только у нас.